Очень благодарна на самом деле организаторам вот за тот уровень, который они для себя, за ту новую планку, которую они задали, вот буквально, может быть, там 2-3 года назад, потому что выставка существует давно, но с тем наполнением деловой программы, которую они сейчас проводят, это, ну, чувствуется, что это какое-то новое дыхание, и на самом деле это, ну, пожалуй, первый раз, когда выставка смогла очень четко заявить для себя позиционирование в B2B сфере. Очень интересно и познакомиться с представителями фэшн-индустрии, и, в общем-то, для потребителей я считаю, что это очень такой большой вклад в повышение уровня и образования, и культуры, вот все, что касается фэшна, потому что мы должны поддерживать как и наших местных дизайнеров вот посредством таких выставок, потому что, ну, насколько я знаю, сейчас все-таки наши вот такие именитые дизайнеры, они больше сфокусированы на Запад, на, ну, заграничные рынки, к сожалению, не находят своей такой самореализации здесь, у казахстанского потребителя. Поэтому вот такая выставка, это, ну, очень такая хорошая площадка как для местных дизайнеров, так и для зарубежных, приблизиться к потребителю, понять его вкусы, предпочтения. Кризис – это не только сложности, это еще и возможности. И посмотрев на фэшн-рынок Казахстана, я считаю, что возможностей здесь очень и очень много. При всем при этом, познакомившись с некоторыми предпринимателями на выставке, я убедилась, что люди стремятся быть грамотными, что люди хваткие, люди очень дружелюбные, люди разбираются в моде, что очень приятно. И мне кажется, что если грамотно вести себя на сложившемся рынке, то можно больше приобрести, чем потерять. Тем более сейчас клиенты ходят один от другого.